Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Драконы, Всадники Олуха. Так, Беззубик, показывай. Ну вот, совсем другое дело. Принес он мне все-таки топор, который я от него долго ждал. И давай-ка мы, наверное, сразу же пойдем на защиту Олуха. Начать. Поехали. Уж не знаю, получится ли на этот раз. Шанс на победу написано нулевой. То есть вообще настолько жестко все, что ли? А, тьфу ты, отличный. А то это, видимо, в начале было, потому что ни одного дракона не было. Йо, ты посмотри, до нас флотилия просто огромная идет. Я даже не знаю, с какой стороны тут лучше подобраться. Наверное, вот все-таки отсюда или оттуда. Нет, отсюда попробуем. Попробуем отсюда начать. Если бы они еще как-то, может быть, быстрее бы работали бы, было бы вообще топово. Кто там буянит? Этот, что ли, у нас? Давай, запшикивайте. Я вот этот корабль хочу как можно быстрее забомбить. Ну, плюньте вы в этот... Вот, все, отлично. Теперь остается у нас вот этот только корабль. Один. Мне кажется, мы не успеем его запинать. Все-таки ключ потеряем. Да, потеряем мы ключик, к сожалению. Чуть-чуть буквально не успели. Ладно, ничего страшного. Главное, мы прошли. Как видишь, победа. Два ключа мы забираем. Ну и, соответственно, сейчас будем открывать эти сундуки и смотреть, что нам оттуда все-таки выпадет. Хотелось бы получить руны, потому что ресурсов не так уж и много нам дают. Ну давай вот это вот и вот это. Тут, как ты видишь, рыба и древесина. А вот у нас руны где были, 40 штук. Ну что, заберем награды наши. Где они тут? Раз, два. Ну что, теперь, Беззубик, я могу со спокойной душой и с чистой совестью тебе отправить в приключение. Подожди, а... Вот. Так, сюда. Начать. Нам нужно всего лишь один топорик. Всего лишь один топорик, и одна из деталей у нас будет найдена. Так, древоруб этих всех, конечно же, опять же, отправляем на поиски. Так, янтарь у нас тут блестящий уже готов. Ну что ж, давай вначале соберем, наверное, все ресурсы. Так, соточка, да? И здесь 70. Получается 220. Маловато. Так, ну ты давай тогда за древесиной лети. Буйволорд. Обучить. Ладно. Лети, обучайся. Так, здесь забрали. Давай посмотрим, что тут. Тоже отправляем его на поиски. Новая способность. Болельщик сардельки. Болельщик сардельки. Ну а ты там что спрятался у меня? Показывай давай, что ты там принес. 120 тусклого янтаря. Ах ты. Жук ты старый. Жук ты старый. Так, погоди-ка секундочку. У нас еще один день и 7 часов для того, чтобы открыть вот эту вот, вот этого наездника, Дагура. Так, ну что, эти малыши у нас получили уровни. Давай их дальше отправим на прокачку. Новая способность. Давай, беги. И ты тоже лети. Так, всех вроде бы отправил, да, получается?
Этот ждет команды. Древесины пока, к сожалению, не хватает, чтобы отправить его. Так, давай с этими разберемся. Что ты мне принес? 4 руны. Ну, молодец. Так, давай вот так вот сделаем. Барсик, что ты мне принесешь? Понятно. Отправляем в то же самое место. Кривоклык приносит нам яйцо. Давай, игра бесплатно. И Грамгильда достает нам 12 рун. Окей. Что у нас тут на торговле? Вот я возьму топорик. И, пожалуй-ка, все. Больше нам здесь ничего не нужно. Вот так вот. Водорец, а ты что сидишь-то? Лети за рыбкой. Ты за древесиной, ты у нас пойдешь за... Что-то ты как-то мало добываешь. Так, бремя гнильца. Он полетел у меня, да? Полетел на прокачку. Ты лети тогда пока за рыбой. Обучить. Расширить академию, говорят, надо. То есть не могу я его никуда отправить. Пока. Этого, чтобы немножко тоже подкачать. Какие они все пройдухи. 70 лемов просят на прокачку. Ничего себе. Молодец. Давай, лети. Нечего там, как говорится, просто так сидеть. Древоруб тоже лети. Что, мне больше никого отправить, что ли? Да нет, есть пока резервы небольшие. 450 за одной штукой. Ну, это смешно, конечно, пока отправлять. Так, ты за рыбой. Ты у нас тоже полетишь за рыбой. Все. Все лазейки у нас забиты. Поэтому давай заберем награду. Не хватит чуть-чуть, да? Чуточку. Ладно, ничего страшного. Ну что, идем на события, ребят. Идем на события. Угроза, коварное нападение, которое нам нужно. Сегодня мы, конечно, вряд ли его пройдем, но... Это будет у нас предпоследний заход, потому что на следующий раз мы уже его окончательно добьем. Так что давай смотреть, что у нас тут. Угу. Пожалуй-ка... Блин, с кого? Ну давай с этого начнем. Этот, конечно, тоже мне не особо нравится, но... Этот просто бафается очень сильно. Барсик, давай, добивай его. Началось. В России утро. Как всегда. О, кстати, здесь уже, ребята, 3 волны. Так что надо быть аккуратнее. 3 волны, это тебе не 2. Вот достал, а. Так, давай, наверное, пробьем. А здесь у нас кто? Угу. Душитель и Громорог. Так, уничтожим. Громорог, иди сюда. Сейчас мы с тобой тоже будем разбираться. Понижаем броню. Что он сейчас будет делать? Плеваться, как всегда, да? Ага, он защиту себе поставил. Хильнуться нам, наверное, не помешает. Так, и последняя волна. Стальной капкан, да, я вижу. Сейчас мы его быстренько уничтожим, надеюсь. Кривоклык с ним разберется. Так, ну что, партизан, теперь твоя очередь. Хиляемся.
Так, хиляемся, кусаем. В общем, громобой забомбит его. Точнее, шторморез. Все. Угу. Колесо крутанем и забираем плод мудрости. Допустим. Так, ну а сейчас у нас будет мини-боссик. Собственно, персоны. Ну что ж, давай посмотрим, кто у нас там. Сколько, во-первых, волн? Неужели опять три? Три волны. Но здесь у нас в первой волне встречается всего лишь один противник. Окей. Первый противник, причем это страж. Будем надеяться, он ничего здесь особого такого не успеет сделать. Она бы не помешала накопить энергию. Переходим на вторую и смотрим, что здесь. Так, вот с этим разберемся, с пристиголовым в первую очередь. Я не хочу, чтобы он тут начал свои фаерболы разбрасывать, а он их будет. Обязательно будет. Нет, уже не будет, не успел. Ну что, болотник, сейчас мы с тобой разберемся. Хиляться нам, наверное, пока не надо. Единственное, что вот понижение брони. Ну что он будет делать? Защиту? Конечно же, защиту будет вешать. Что еще он может сделать? А мы тогда... Нет, не буду я так делать. И последняя волна. Вот у нас мини-босики. Они оба мини-босики, кстати. Они здесь оба. Ну давай, что делай. Так, укусил. В ответку. Громобой, что ты сделаешь? Все на барсика начинают нападать. Все. Вот так. Кусаем. Так, я знаю, наверное... Пью! Мазила. С нижнего Тагила. На тебе. Понизили броню. Пробивной. Ну и остается лишь добить его. Смачно. Так, выпадает рыба. Рыба — это всегда хорошо. Да, и пак Харенский. Но это новичков. Шторморез, громобой, громоль. И все. Получается, раз, два. То есть мы с тобой заберем вот этот, получается, пак загадочный. Ну да. А в следующей серии у нас будет череда мини-боссов, ну и, конечно же, сам босс. Даже без этого-то. Ну что, бомбим. Ты у нас синька, да? Синька. Значит, это шустряк, получается. Смотри, что творит, а? Ты смотри, что он вытворяет. Квазимода. Поехали. Без компромиссов будем уничтожать. Иди ты. Так, сейчас будет кусаться. Ага, повышение, да, конечно. Ты прикинь? Нифига ты лупить. Блин, подожди. Давай, наверное, сделаем вот так все-таки. Ух. Звезданул-то, как ты видел, да? Так, нам нужно лечить раны обязательно. Потому что впереди еще одна волна. И кто там будет, фиг ее знает. Угу. Ну что, начнем с Костолома. Чуть-чуть залечил, да, своих бойцов. Особенно нашего барсика. Так-так-так-так-так. Удар. Укус. А этот будет, естественно, сейчас с разбега глушить. И, скорее всего, это будет барсик. Кривоклык. Чего же он ему так не понравился? А я знаю почему. Потому что этот... Потому что кривоклык наносит ему большее количество урона. У нас классовое преимущество. Вот поэтому он его решил и оглушить.
Но, как видишь, это ему не помогло. Крутанем колесо и заберем древесину. Окей. Ну что, и последний у нас получается поединок. Поехали. Конечная награда здесь 250 рун. Ну, то есть, мне кажется, стоит ради них повоевать здесь. Ну что ты, Охламон, опять что ты у нас шустрый. Надеюсь, ты ничего не сделаешь противного. Конечно. Конечно же, сделает. Так, тут кревет и... Блин. Наверное, все-таки с этого начну. Ну, что ты? Ну, естественно. Естественно, свои фаерболы. С этим завязываем. Давай теперь туда всю свою агрессию скидывать. И добиваем. Ну, блин. По идее, вот с этим надо разбираться. По идее. Надеюсь, я успею. Кого он будет бомбить? Барсика. Что-то мне не нравится подход наших дел. Потратился. Он все-таки потратился, это круто. Это, ребята, круто. Так, Ветрокрыл, успокойся. Блин, ты достанешь, а? Любого. Ну что, теперь нам нужно накопить на слепоту. Слушай, я надеюсь, он его не добьет. Нет. Он его не стал добивать. Что делает нам большую, так сказать, услугу. Во-первых, мы делаем слепоту. И теперь абсолютно будем спокойны. Он хиляется. Давай-ка, парень, без вот этих всяких своих хилочек там, выкрутасов. Все равно тебе здесь не жить. Ну что, добивка? Ну что, последний раз крутим сегодня колесо. Выпадает нам древесина. И мы забираем загадочный пак. Давай-давай-давай, забирай. Так, насколько помню, у нас нет... ни единого пака ареновского. Надо будет их как-то набить сегодня. Ну что, открываем. Монетки. Шторморез, лаварык, вострозуб. И все. Так, а мы что, не смотрели, что ли, паки еще наши? Ё-моё. Надо глянуть обязательно. Громлет, шторморез, сарделька. Ничего себе. Вот я заметил, сардельки, грамгильды и всякие остальные очень редко выпадают. Монета Одина. Ну и сам пак. Шторморез, громоль, ужасное чудовище. Так, и что у нас тут? Опять громоножка. Зачастила ты, очень зачастила к нам, кстати, эта громоножка. Здесь на рынок заходим и забираем награду. А что у нас тут за награда? А это у нас прилив сил. Как-то так. Ну что, по событиям, ребята. Ну, это событие мы допройдем. Еще два дня у нас, как говорится, есть в запасе. Здесь. Блин, ты посмотри, у нас... А вот этот вот Эрит, вот это, да, по-моему, он вот этот откроется. Потом еще два наездника остается у нас. Два последних наездника. Обязательно мы их откроем. Там, наверное, придется расширять территорию до пупенения. Ну да ничего страшного. Так, 645 древесины. По-моему, мы можем... Секунду. Кто-то у нас тут... Вот
Вот этот, по-моему, да? Да. Этот парнишка с удовольствием за соточкой слетает. Лети, шепот. А за рыбкой готов только вот этот вот лететь. Но нам нужно очень много рыбы. В принципе, мы можем купить пак рыбный. Вот этот вот. И взять здесь очень много рыбы. Так, возвращайся, парень, и лети за железом. Так, что у нас тут на почте? Рыба. Забрать. Забрали. Ну что, а теперь пойдем на арену сходим. Вообще ни одного пака, просто пустота. Нужно эти пробелы, как говорится, заполнить. Что у нас тут? Да ладно, вдвоем. Ой-ой-ой, команда-то такая, знаешь, не слабенькая. Я тебе скажу. Давай сюда, наверное. Так. Блин, сейчас они вдвоем тут начнут. Ай-яй-яй. Трэш какой-то, да, выносят. Хиляемся. Эх, сейчас этот что сделает? Ничего. Я вот не помню, у этого что ли супер удар есть? По-моему, есть. Сейчас он влупит. Тьфу. Я это думал. А на деле оказалось вон как. Раны подлечили. Так, удар. Делаем укус. Ну, в принципе, все, он не жилец. Ну давай, кривоклык. Угу, вот такая команда у нас. Громорок, лаварык и ужасное чудовище. Сейчас попробуем быстренько их уничтожить. Ну, лаврык, понятное дело, он ватник. Вот этот, да, этот жесткий чувачок. Может быть, нам хильнуться? От греха подальше, да? Пока так сделаем. Ну и теперь берем на разборку, конечно же, ужасное чудовище. Слушай, сейчас, наверное, что-то сделает. Слушай, по-моему, он после вот этого огнеплюя, он должен был бафаться. Если я, конечно, что-то не путаю. Или это у нас другой дракон? Ну, давай, наверное, сделаем так. Хильнемся, да? Укусик. И добивка. Да, здесь вот этот чувачок меня напрягает. С него и начнем. Скалотряс плюс скала, блин, трындец. Кого он будет жамкать? Барсика, окей. Да что ж ты творишь-то, а? Поехали. Сейчас кому-то на глушняк, да? По-моему, нашему барсику сейчас прилетит. А нет. Не барсику, слава богу. Ну что ты там стоишь? Выжидаешь у моря погоды. Короче, змеевику не жить. Это понятное дело. На тебе. Но это сейчас опять будет свой разбег делать. В кого на этот раз? А вот теперь досталось барсику. Ну да ничего страшного. Ну что, ребятули, как видите, мы получили с вами два обычных пака и один редкий. Начнем открывать редкий. Плюс пак вождя. Выпадает кревет, громобой, шепот смерти, водорез, громобой защитник и сарделька.
Вот как-то так. И здесь заберем с тобой ежедневную награду. В общем, как-то так. В следующей серии мы пройдем события и как раз откроем нового наездника. Он должен уже будет к тому времени, как говорится, созреть. Так, слушайте-ка, а тут у нас что-нибудь можно убрать? Да, расценочки, конечно, тут. Ё-моё, ты посмотри. Подожди, 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 подожди. Вот это вот. Это можно. Вот это можно. Сейчас что смогу, на активацию поставлю здесь. Так, 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 подожди. Остались только крупные, что ли, получается, да? Бесплатно. Бесплатно. Десять секунд. Ну вот как-то вот 240. Еще 240. А этот 240. Ну вот камни эти поубираются. И будет все замечательно. Вот здесь вот 480 миллионов убрать вот этот здоровый камень. В общем, мы расчистим территорию. А вот что нужно для... Вот здесь. Что нужно? Ага, викингов нужно 6000 с копейками. Кстати, вот тут вот следующий наездник у нас сидит. Они вдвоем находятся на практически на одной территории. Но нам вначале сюда нужно расширить, а потом еще здесь. Все дело в викингах, одним словом. Ну что, ребята, на этой ноте, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!